Давайте что-нибудь, действительно, стелсом. Ну, как стелс? Попробуем. Да, хорошо. Вперед. Попробуем не убивать гражданских в течение 3 минут. Ну, давайте какой-нибудь банк хейст. Вот, допустим, я возьму один. Он нормальный. Ну, я думаю, что здесь не получится. Я думаю, что здесь не получится у нас стелсом. Тогда давайте снимем бронежилеты. Если провалим, то провалим. Хочу, чтобы нас не замечали. Или насрать? Давайте снимем. Так, правда, психом надо быть, ну да ладно. Может, тогда маску тоже снимем? Ну, как бы она не надевается, если кто-нибудь не наденет. И, блин, хватит танцевать на танцполе. А то вы нас подставляете. Это был один Виспа. Виспа, ты решил снова выделяться из толпы с бронежилетом? Извиняюсь, я за арбузом входил. Вы решили таки стелсом? Нет, мы просто решили, что ты будешь один в бронежилете. Да, мы решили тебя подставить. Мне нравится. Чтобы ты танцевал, тебе было удобно. Я не понял, почему енот в сером костюме, и мы все в черных? Это что-то не так с енотом. У меня тоже серенький. Он еще выделяется своей маской. Он такой улыбчивый. Mm-hmm. Такой веселый. Ладно, поехали. Че, на первом? Это среднего размера банк. Но он не будет все равно легким. Представляете, мы пытаемся его ограбить. Ты должен найти хранилище. Использовать термальную дрель. Взломать дверь. Взять кэш. И уйти оттуда в грузовичке. Термальная дрель где-то сзади банка есть. Вот, смотри, тут есть блюпринт какие-то. Вот, можно, кстати, посмотреть, что происходит. Блюпринт, посмотрите, нам дали чертежи, в смысле. Вы что-нибудь поняли по ним? Да. Да. Вообще. За зданием лежит пикапчик, в котором лежит сумка. Ну да, это я понял, но я не понял одного. Нахера нам дали эти чертежи, по ним же ни хера непонятно. Да все понятно, ты че, смотри. Вот где красненькая, жопка такая в самом низу. Ты кэрэди. Пока Виспа не рассказал, какая тебе жопка. Окей. А пол жопки, а там где пол жопки, слева. Виспа, я думаю, ты не прав, это выход. Ну для кого вход, для кого выход. Это в зависимости от того, как ты смотришь на жизнь. Вот тут камеры. Кэш это король, поняли? Король это кэш. Обязательно? Кто бегает? О, что-то все... О, господи. Рейджер, у тебя такой костюм классный, как цвета детская неожиданность. А ты просто страшный. Я клёвый. Уголовник. Я себя ещё не... А тут есть отражение? Хочу... О, господи. Давайте продержимся хотя бы 5 минут. Лучше бы не видел, да? О, вот. Я нашел эту хрень. Школьники. А почему нельзя забрать? А, видимо, потому пока... Потому что никакого подозрительного поведения. Окей, давайте тогда зайдем. Внутрь осмотримся. Кто-нибудь C4 может поставить вот здесь? Оба-на, на крыше этот охранник. Да? Может его вырубить? Ничего там охраняет. А его можно вырубить, это подойти сзади и ударить? Я пробую. А, нельзя приседать даже. Попробую. C4 бахнет же. Твою мать! Ну кто это? Если ставить. А, нет! Нет! Убейте его! Убейте! А, я мог развязаться сам, кстати. За несколько секунд.
Как это он так тебя? Он повернулся, и ты беги, дрель! Сразу сам. А я не знаю, я пытался его ударить. Я нашел сейф, кстати. И ставь, чтобы они не вызывали. Так, я через... Ждите тут, я через крышу пойду заберу это... термальную дрель эту. Давай. Ну, по идее, я тоже взял. А, там вторая, что ли, лежит? Да, но я дверь открываю. Ты взял уже. Козел. Ой, милиционеры. Угадайте, кто нашел еще денег? Енот. Еврей? Тут есть какая-то эта кнопка тревожная, нажатую уже. Можно было как-то это сломать ее перед тем, как ее нажать. Стопудово. Там был дробан. О, можно разломать банкоматы? О, можно банкомат разломать, представляете? Ну, тут дрель нужна. Сакс. Только дрелью? Нельзя просто ударить? Не. Саново бич. А если стрелять? Господи, это Payday 2! Вот в Payday 3 можно будет! А енотик не может? Он же там технический специалист, все дела. Чего? Он банкомат? Поставил мину. Угу. Идите сюда! Идите сюда! Вот где я сейчас, в эту комнатушку, кто свободен. Я тут нашел этот... Что это? Они от сценографа выполняют работу? Господи, какой год сейчас? А ты поставил глушилку, кстати? 2050. Да. Ну, нахер она тут не нужна, по-моему. Тут можно заколачивать окна. Че, серьезно? Ну, тебе что-то надо для этого. Да, планки какие-то. Ну, это палки обычно. Доски, не палки. Да, давайте грабить банки, заколачивать. What the fuck? Да по-моему, я где-то это уже видел, да? Енот, вот здесь карточка есть. Нет. Енот, иди сюда, енот. Вот здесь кто-то поставил дрель. Бегу. Вот здесь карточку можно заюзать. Что там? Здесь можно камеры. Открыло, нет. Здесь можно было на камеры посмотреть, но я думаю, это уже бесполезно. На улице дофига их. Вот сейчас я вам их не отмечаю сейчас, вот я сейчас всех вижу. Полицейских, которые есть. Они не отмечаются у вас на карте? Нет. А где карта вообще? Ну, я не знаю, на радаре, где-нибудь. На территории. Сколько там еще это будет, дрелицы? 4 минуты. Помогите у банкомата. Вообще, по идее... Это на первом? Да. Да, на первом. Вообще, по идее, надо было, можно было и стелсом пройти, просто все по-умному сделать. Че-то не ставится дрелька. Давайте потом попробуем в стелсе пройти что-нибудь. Тут все миссии однотипные. А можно это, рестарт миссии сейчас? Окей. Да не... Нет, нельзя. Можно закончить ее. Здесь граната бы не помешала. Там с дрелью беда. А-а-а! Тут люди прошли. Да, блин, меня уронили. Вау, тут замедление времени включается, когда ты падаешь. Да, я через 30 секунд. Енот, еще потом меня подними. Так мало патронов, хочу пулемет. Или дробовик. Да ёп! Патроны никому не нужны, нет еще? Или уже нужны? Не-не-не, пока не надо, рано. Пока рановато, да.
Заложи, кстати, взяли. Серега, ты чё? Нет. Ты чё не берёшь? Вы чё не берёте заложи с енотом? Вверху вправо, смотрите, это сколько заложей у нас есть. Скажи ещё раз, я ничего не слышал. Вверху справа значок. А сколько у нас заложников есть? То есть три раза нас могут выручить. Ай, как меня убили, сбоку подошли. Я на крыше. Серега. Тебя уронили, бегу. Помогайте! Тут никого нету. 15 секунд. Thanks. Thanks. Полторы минуты. Ну блин, двоих забрали. Новая волна. Блин, здесь хотя бы компас вы добавили. Черт. Ни карты, ни компаса. Я вам даже не могу сказать, откуда бегу. Из жопы говорим, мы поймем. Из жопки. Вот жопка, кстати, та самая. Рейзер, вот тут рыбаков! Наверху? Где? Я не вижу. Вот он, залез. Внизу, вверху, вы убили? Я не вижу. Здесь по снайпер. Снял снайпера. Не знаю, ты наркоман какой-то. Никого не вижу. Хайджер, посмотри на камеру. Она сейчас двигается-то, нет? Давай, двигай. На крыше. Нет, не, не на крыше. Давай, вот смотри, я перед камерой стою. На первом этаже. Видишь меня? Ну да, ты прыгаешь. Двигай. Тем временем всего 10 секунд. Я со спины смотрю. Да, сломанная. Уничтожить камеру. Я уничтожил. Все. Все, открыто. Я бегу к вам в убежище. Сколько денег? Деньги. Так, сейчас подождите, вам положу патроны. Патроны. Тут еще три пачки денег, четыре даже. Так, это заберем. Пофиг? Ну надо два раза сгонять. Заберем потом их. Только аккуратно, тут вообще жопа. А я могу передвигаться быстрее. Fuck you! Там кто-то двое слева, двое справа. Только что враг появился прямо из воздуха. Я виспу подниму, постараюсь. Кто-нибудь есть рядом? Да, на лестнице. Убить. Еще один. Он не обращает на меня внимания, тупой кретин. Эй, thanks. Енотик. Меня убили. И у нас нет никого, чтобы помочь. В смысле вызвать. Там очень много у енота. Сюда нельзя. И у нас... у нас заложей нет. Их тут человек 7. Да как так? Я не видел его вообще. Его не столько. Сидим. Мудак. Меня на крыше завалили. Тут никого пока нет. Ну, этого тоже не было, но он появился из ниоткуда. У меня патроны не взялись. Хотя я вроде это... Пацаны! Я иду. Да, две минуты до респа. Мы идем. Сколько тебе? Две минуты. Ну это нормально. Спасибо. Может, это аптечку вам кинуть? Да, не. Надо. Ладно, бегу за аптечку. На крыше. Только что спецназовец хотел подлечиться. А это был спецназовец? Да, я краем глаза кого-то не видел. У меня нет патронов, у меня... Внизу? Один из патронов вообще вот. Меня будет. Они что, брал странную аптечку, что нет? У нас же бронежилетов же мы не взяли. Кто-то у нас потрясающий тактик. А, да.
Мы же стелсом проходим. Да, именно. Потрясающий стелс. Снизу один с дробовиком, ублюдок. А у меня патронов нет. У меня нет патронов. Что делать? Бери с них оружие. Как? А, нет, никак. Я пошел отнесу. Ты где? Наверху? Там есть возможность тебя поднять? На ногах дофига. Сколько секунд? Я успею? 13. Воу, сюда лучше не идти! Подними меня, подними меня! Что еще делать? Рейджер, иди сюда, подними меня. Я убил половину почти всех. 20 секунд. Мне 15 осталось секунд. Мне 2 минуты. А! Ну охереть! Сейчас енот должен выйти. Все сдохли. Енот, давай, ты успеешь! Енот должен выйти уже. Енот, да ты должен успеть, у меня 23 секунды. Ну вот отстой. Ладно, давайте сейчас попробуем. Надо было дождаться, пока енот встал бы. Окей. Давайте это же самое делать. Да. Если можно. Да, можно тут залитрейть. А что вообще случилось, что нас завалили? Ну, вот мы бронежилеты не взяли. Нет, в смысле, почему на нас вообще сагрились? А я решил кого-то по-тихому уничтожить, да. Я его не бил, он просто обернулся назад, я нажал Е. Я пытался с ним поговорить. Угу. Спросить, как дела? Сейчас надо взять ту карточку. Енот. Енот, ты помнишь, где карточку взял? Сейчас надо карточку взять и по-тихому. Нет. О боже. Не помню. Вот опять все просрали. Ну, здесь по-тихому по-любому нельзя. Ну как там по-тихому-то? Дрель поставить, мол, нет, ребята, мы дрелим ваш сейф. Не обращайте внимания. У нас неудобно выбросило. Я пойду по закоулкам пройдусь. Может, тут есть что-нибудь. Тихо, не беги, главное. Рейджер, не беги, он обращает на тебя внимание. Не беги. Да я и так не бегу. Ой-ой-ой. Камеры еще, смотрите. Я в очередь стану. Они стопудово не смеют. А как камеры могут нас видеть? Тут, кстати, да, у этих засранцев кнопки тревожные есть. Может их первыми убрать, просто встать всем по местам. А как? Просто встать их по местам и сразу же. Да, надо как-то... Твою надо мать, да я просто... Эй, парни! Я просто вышел и все. И зашел точнее, и тут мне охранник случайно показался. Нет, еще вроде не началось, потому что еще... А кто валяется? Он завалил охранника! Да срань! Так а, ничего вот, не началось? А кто? А я не знаю, кто начал этот? Я за дрелью. Это енот все сделал? Я походу. Да из-за енота, да. Так я просто к человеку подошел, что он сагрил. А зачем ты сагрился? Ну я разместил эту хер. А зачем он на тебя сагрился? А, господи, я не знаю. Обычный менеджер. Так давайте перезапустим, че. Зачем? Все уже. Да. Стелл сейчас без броников опять проебьем. Не знаю. Давай уже сделаем это дело. Да. Просто пройдем и все. Где карта ключ эта сраная? Короче, всем насрать на этот датчик мой, который мешает якобы кому-то там. А кто чё дрель-то не поставили? Я поставил. Виспа побежал за ним. Я взял. Поставил дрель. Сейчас я открою все ворота. Или это другое? Это security, это что-то другое я пилю. Ты другое пилишь? Господи. Там. Я не убежище пилю. Там большой такой. Ну офигеть просто. Куда? Да ты чё, хранилище? Вот, я прям показываю, ты чё? Вот! Нарисовано, что горит таким, знаешь, большой. Ты большой. Это дрель, что-то вообще левая. Комната.
Охереть, так бы 10 минут дрелили, пока бы я ключ карты не нашел. Охереть, мне все почти хп снесли за нехер делать. Пару минут, ага. Все связали? Вот здесь можно одного связать, посвяжите. У кого есть кабели? Да у всех есть кабели, я только двоих связал. Вот здесь один лежит. Как связать? F, подходишь к нему, F зажимаешь. F, я связал. Нет, давайте не все тратьте эти. Одну планку оставьте. Я уже все потратил. На крыше. У меня почти хп нету. Я буду охранять рельс. Окей, схожу на крышу. Тут двое уже. Минус три! Смотри на дробовик. Я почти сдох. Вау, тут двое, осторожно у меня. Убил всех, можно поднимать. Нет, не убил. Я стрелять не могу. Я так лежу классно. Я так шею разомну сейчас. Thanks, man. Я ненавижу Payday. Почему мне дали прицел, в котором написано «Я люблю Payday»? Я просто ненавижу. Это же растяжка, как у Фримана. Слушайте. Там все плохо с дрелью, по-моему. Я перезапускал. Кстати, тут, по-моему, меняется еще расположение этой комнаты охраны. Да, она раньше вот здесь была. Вот здесь 90-й, теперь она в другом месте. У охранников, которые перепрыгивают через этот, через препятствие, какая-то коллижен модель другая становится. Я стреляю сквозь них и промахиваюсь. Стреляю чуть выше и попадаю. Ну это что-то странное. В общем, не стреляйте из тех, которые перепрыгивают через препятствия. Идите, пока они... Короче, я понял, они нихера не делали эти два года. Просто маялись херней. Бухали. И серьезно, они таким дерьмом уже... такое это дерьмо уже купили. Я так полагаю, что они потратили на разработку, не знаю, две бутылки водки. Потому что, ну что это такое-то? Да надо было сделать просто этот... Как он называется? Пользовательский. Дрель. Текстовый код. Да. Пацаны, у меня патроны везде кончились. Сейчас положу. Прям перед врагами, но окей, положил. А я не знаю, у меня с патроны подбирается с врагов, упавших. Я тех, которые вдали расстреливал. Или нет, или мне показалось. Показалось. Подбираются, да. По три патрона. Из пистолета. Бумаж спросил, что-то. Самому патроны кончатся. Вы еще не все мои патроны залутали. Я вообще ни разу не поднимал. Я один и раз. И у меня поднял, еще полные патроны к винтовке. Сразу видно, кто всех убивает. Да господи, она перестанет. Я перезапущу. Я убиваю, не ври. Я перезапускаю. И стреляю точнее вас. Я быстрее перезапущу. Какое-то небо здесь неподвижно. О, сколько тут копов. Низко текстурировано. Сразу два сидели на одном месте, потрясающе. Умные копы. Искусственный интеллект сразу видно поправили. Я не понимаю, откуда меня стреляет? Ау. У нас один, кстати, заложник только остался, они двоих освободили.
Еще 2 минуты. Вот прям он около меня, там где красные кнопки. Интересно, что это за движовка? Это Source? Вау! Забежали и сразу вынесли. Бегут, 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 Рейджер. Двое. Вынес. Тут еще я снайпер. Подними меня только сбоку, стой. Я поднимаю. Я поднимаю, Рейджер. Я быстрее. Нет. Так одновременно. У меня перки есть какой-то там. Если я поднимаю, мне какой-то бонус. Мне бонус. Все, ладно, хорошо, урон. Хорошо. Нихера, не снайперы. Поднимаю так же. А. Понятно. Бьют. Я не понимаю, там откуда бьют-то, ёпарь с этой теперь. Сейчас подниму. Теперь сзади. Они теперь со всех щелей теперь заходят. О, господи, сзади, из той двери, которую мы зашли. Я тогда дрель. Спасибо. Перезапускаю. Пойду на крышу гляну, что как. Из той двери, которую мы зашли, шло 7. Может не стоит на крышу в одиночку идти, а то опять там умрем. А там нету никого. На-на-на! What the fuck? Я расстрелял, по-моему... Fuck the what? Всех полицейских Liberty City! Сейчас. Не подходи! Я не понимаю, кто меня стреляет? Внутрь. Что меня... А, это газ! Меня здесь газ бьет. А-а-а! Я думаю, что бьет. Короче, Виспа подошел попробовать. Да. В газ лучше не вставать, все понятно. Думаю, что бьет? Я лучше кино-то пойду. 35 секунд. Между прочим, 500 рублей это два раза сходить в кино пятницу вечером. Это получить удовольствие. Да. Представь, что ты два раза сходил на смурфики и на паранормальное явление 5. Потрясающе. Выбирай, что лучше, Payday 2? Я лучше удавлюсь. Я лучше дошираки буду жрать целый месяц найти. Я вчера какой-то новый попробовал с грибами. По тебе видно. Так до сих пор прет. Все, сейф открылся. Ну, а мы с бронежилетами прошли. Знаете, что было бы удивительно? Почему-то меня удивляет то, что в этом сейфе не было охранников. Я очень удивился, когда впервые сюда зашел, их не видел. Спецназовец через меня прошел только что. Господи! Сзади еще один. Сзади еще один за сбоку был дом. Ай, они же еще не приехали. Упал. А с другой стороны приехали! С другой стороны! Кидо! Виспа, давай назад. Я поднимаю Рейджера лучше. Помогите Виспе, сзади там кто-то есть. Спасибо. Идем сюда. Давайте не через здание, давайте вокруг. Ой, да ну в жопу, здесь еще хуже. Они плохо стреляют, да. Все лучше, чем там. Это... Лицом к лицу с ним. А чё они в такую жопу тут засунули сейчас все? Никакого хера прицела нет. Это типа реализм. В смысле прицела нет? Бегут через решетку двое. Ну прицела нету у этого, перекрестия. Виспа упал. Они пробуют, где он упал? Сзади появились. Да срань! Ну я умер. Ну я пытался добраться. What the fuck? Вы должны убежать, да, убегайте. Меня просто ранили, даже нельзя было поднять меня. Убегайте. Камин! Предлагаю перепройти заново. Давайте экспу за этот получим и потом перепройдем. А тебя можно походу освободить. Меня можно, но один заложник стоит в жопе. Какой-то там. Он. Где красные кнопки? Где красные кнопки, помнишь?
Да. Слева. Беги не здесь, снайпер, снайпер. Ну я тебе сразу говорил, что здесь жопа. Ты посмотри, туда не иди, енот, енот, не иди туда. Да, енот, не ходи вообще сюда. У меня минута 15. Дождись, пока все уедут. Енот, уезжай вообще нафиг. Да, сядь в фургончик, а мы тебе будем говорить, что как. Потому что здесь была просто сраная жопа. Я вышел, их тут человек 7 или 8 было. А все, он сейчас уедет, если ты сдохнешь. Ну и хер с ним, лучше пускай уезжает. А может, хоть немножко пусть он тусуется вокруг это, вокруг фургончика, они же сзади него не резнутся. Может еще кто-нибудь... А, нет, все. Ну, success. Хоть чуть-чуть, но все-таки получили. Дерьмово. Да, ну давайте еще разок. Да у нас с брониками. У нас с брониками постараться поменьше херней заниматься. Не, я сейчас просто зашел в дверь и меня сразу обнаружили. Я думал, что за херня. Вот, скиллпоинт дали. Войти в Payday. А я могу убирать чужие карточки? Нет. О, отлично. О, ну блин, мне сейчас тоже... Да опять! Да опять! Да что такое? Нахрена мне полоска? Так ты можешь сейчас украсть себе черепок. А мне 12. 12. Пошли вы в жопу, 12 тысяч. Ты можешь украсить себе черепушку сейчас. А что рейджеру дали? Черепушку украшать? Полосу. Это можно на черепушку сейчас поставить.